Егор Борисов проконтролировал ход работы социальных объектов. Глава региона, в частности, сегодня побывал в строящемся перинатальном центре. Работы здесь завершаются. Продолжается одновременно монтаж медицинского оборудования и строительные работы. Борисов также ознакомился с ходом строительства реабилитационного центра по Сергеляхскому шоссе. Учреждение рассчитано на 100 койко-мест и на 150 мест дневного стационара. На днях объект должны подключить к теплу. Кроме того, Егор Борисов оценил ход строительства музейного комплекса «Россия. Моя история». Подобные объекты строятся в 25 субъектах страны. Комплекс состоит из двух этажей. На 8000 квадратных метров расположили 58 тематических залов. Открытие музея запланировано на 15 октября. Что касается второго объекта, это реабилитационного центра. Объект строится тоже уже несколько лет. В этом году будет завершены. Были проблемы по техническому присоединению теплоснабжения. На сегодняшний день вот решены, и на этой неделе будет запущено тепло. Были проблемы по комплектации оборудования, тоже мебели и так далее. На сегодняшний день Фонд будущих поколений с правительством Республики Саха-Якутия эти вопросы решили. Значит, перечень оборудования, мебели и так далее тоже утвержден. Поэтому объект будет завершен в этом году, в ноябре месяце.